В Жамбылской области 7146 молодых безработных. Для тех, кто ищет, а не просто созерцает жизнь, достаточно обратившись в городской центр занятости, найти работу по душе. Какие здесь таятся возможности и как на деле можно трудоустроиться в нашем следующем материале. Пословицу о том, что кто ищет, тот всегда найдет, можно смело использовать, обратившись в городской центр занятости населения. Для того, чтобы трудоустроиться, здесь знают многие пути, направления и способы. В первую очередь, говорят, здесь надо зарегистрироваться в качестве безработного. И тут тоже есть несколько путей. Для этого надо обратиться к нам в первую очередь. Если же человек хочет сделать это в электронном формате, то на веб-портале электронного правительства это тоже возможно. Можно зарегистрироваться в качестве безработного на электронной бирже труда. Наряду с этим есть возможность поработать летом и учащимся 9-11 классов, студентам колледжей и вузов, причем на все 3 месяца каникул. Оплачиваться их труд будет государством. Диплом алган, но оқу орындарының. Для тех, кто только закончил вуз и получил на руки диплом, имеются программы «Первое место работы», «Молодежная практика», а также можем предложить общественные работы. Социальные рабочие места еще есть. Все они имеют поддержку со стороны государства. Если выпускник по каким-то причинам не смог поступить в институт, то для них можно по договору организовать 3-месячное профессиональное обучение. Направление на работу также можно получить у нас в центре. После постоянного трудоустройства имеются также и безвозвратные гранты. На них могут претендовать граждане, имеющие определенные бизнес-идеи, возраст до 29 лет, лица, получающие АСП из социально уязвимых слоев населения, многодетные семьи, инвалиды, кандасы, родители, воспитывающие детей инвалидов. Кулюш Мурзакова, Нурлан Бектурсын, 77 News.